каждая встреча с каждым человеком, которая происходит, это как с моим близким, любимым, родным, с той душой, которой никогда не расставался, никогда не расстанусь. Очень важно не то, что ты видишь, а с кем ты это видишь. Это принципиально важно. С кем ты открываешь для себя пространство. Сегодня человечество идет осознанно к питанию праны. Это не голод, это питание вот этой космической энергии. Целый космос нас питает. Где прана? Сколько ее? Вся Вселенная. Необходимо просто позволить ей наполнять нас. Каждый ретрит для меня – это такое служение. Я смотрю, как люди получают эту частичку любви, частичку жизни в свое сердце, и они пробуждаются к жизни, становятся счастливыми, радостными. Самое главное, они потом эту радость могут дарить дальше.